Кто такой художник? Художник – это такой писатель, это такой человек, он все пишет. Например, он может нарисовать семью, он рисует природу, портреты, пейзажи, дома, людей, водопад, елки. Ой, в руках кисточка, вода, краски, карандаши. Ему нужно краски, вода, кисточки, красками, кисточками, карандашами, гуашем, палитру. Ему нужна. Он смешивает краски там. С красным, оранжевый с синим, желтый с оранжевым, голубой с фиолетовым. Может получиться зеленый, желтый, красный, черный. Любишь ли ты рисовать и какие картины? Я люблю картины рисовать. Семью. Я люблю рисовать дорогу с машиной. Люблю светофоры рисовать. Люблю камеру. Люблю шарики. Люблю утку. Люблю реку. Люблю ежика. Кошку. Я там ее разукрашивал. Мышек рисовал много. Облака. Я рисовал оранжевым цветом. Я люблю рисовать портреты котиков, собачек, хомяков, попугаев и птичек. Природу, маму с братьями. Я люблю рисовать. Мне нравится пейзаж, картина, человек.